Добрый день, друзья. Мы видим с вами, поговорим о таком проекте, рассмотрим, как Airbnb. Airbnb это, ну, это, скажем так, это биржа. Вот, а сам токен это сама монета, это монета, которая требуется на бирже. Вот, с помощью можно там, ну, там различные скидки, там реферальные там, программы, трейдинг. Вот, не понимаешь, это вообще на этой бирже есть, естественно, ее монета. Вот, это Airbnb. Ну, давайте вот, можно посмотреть, как это выглядит примерно. Вот, Exchange, кошельки от IO, например, посмотрим. Так, Airbnb это коин, базируется на блокчейне Ethereum. Так, ключевой актив для новой биржи. Всего токенов 200 миллионов. Так, прайс от 0,7 до 14 центов за монету. Покупайте, так, и получаете. Период, так, первый раунд видим 7 центов. И вот мы видим расписание. Первый, второй раунд. Первый раунд, второго. Раунд, август 3, вот каждый день вот цапнуть продажи, цена, соответственно, будет увеличиваться. Вот, всего 16 раундов. И с каждым днем цена на 1 цент будет увеличиваться. Вот. Как можем, то есть, если чем раньше зайти, тем дешевле можно приобрести. Трейдинг дискаунт, видимо, шарик. Квадрат. Реальная программа. Распределение. Вот. Дорожная карта. Посмотрим на 2019 год. Сейчас повысим. Так. Июль 19 старт продаж. Ну, приватная. Мастер-минус ченс. Трейдинг объем. Платформа достиг 100 миллионов. Прошли разработки маркетинга и маркетинг и расширять систему. Провести сжигание токенов в первый раз. Количество токенов базируется на количестве транзакций, сделанных на бирже за 3 месяца. Верный. Цена 35 центов. Ну, пока не пишет. Вот. Ну, такой вот проект. А ссылки на данный проект также на Телеграм. Если есть какие-то вопросы, будут в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.